Мой любимый сыр с лугуми. Скажите, пожалуйста, вы можете удобные по-домашнему? Конечно. Не, ну конечно. А с невкусные будут. Ох. Как у вас как. А вы недавно открылись ведь, да? Все по-домашнему. Все по-домашнему. Даже супер. Вот как у вас дома как получится, у нас так и будет. Ага. И еще мне сулугуни, да, грамма. 500-400 вот там. Блинчики, и да? Килограмм голубцов, да. Я в Снежной Королеве пришла забирать свое пальто. Мне подшивали рукава. И заодно решила посмотреть сумочки. Скидка, распродажа. И цены, весь цены. Много интересных сумок, очень много. Смотрите, вот такая. Так, какой цвет. Ух ты. Так, ну а теперь за пальто. Это пальто я тоже покупала в Снежной Королеве. Я его обожаю. А, спасибо. Спасибо. Вот такое пальто на молнию. Тут двойной бегунок. Можно снизу расстегнуть, можно сверху. На подкладке такая вся, она горошистая. Состав.
вот такое пальто. И оно еще с капюшоном. Сейчас сниму. Так, попробуем потом головцы, как получится. И сейчас сюда немного добавлю бульона. Пусть они помятся.